Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Открываем сундук. Оу, да, спойлер. Но не туда, куда надо, мы его получили. Дай-ка я открою вот эти вот сундуки. О, монетный ускоритель, стартовый ускоритель. Так, этот тоже открой сундук. Колесный ускоритель плюс магнит. Так, в команде. Я легенда, 2 в сезоне. Вступить. Так, крылья, ускоритель, дым. Кубки. Так, подожди, в команде. Так, в команде. Кто у нас тут есть? Чупик, верещак. Что-то два верещака каких-то непонятных. Джек, Мистик. Капибара, Биль. Дикий стояк. Дикому стояку можно доверять. Он у нас играет очень давно, я ему верю. Я думаю, он не будет никого кикать. Хоть я и говорил, что никто не будет лидером больше вторым, но я думаю, что ему можно доверять. Так, ну а я, тем не менее, друзья мои, сегодня хочу взять 10 тысяч кубков. Сразу же меняем вид нашего гонщика. Это будет у меня какой-нибудь... Во! Ну, можно, конечно, без морковки. Блин, дать какую-нибудь штуку. Ну, вот эту вот, например. Типа фараон такой, да? Какая там у нас трасса? А трасса у нас с тобой мистический. Мистический, как он там называется-то? Я уже забыл, мистический, короче. Фига, я впервые вижу, ребят, чтобы вот так вот. Так вот газ... А, так он на ускорителе, ё-моё. Я думал, какого лешего он так шпарит-то? Теперь я понял. Ничего себе, он там наяривает. Я просто, ребят, в первый раз вижу, чтобы трактор так ехал, так газовал. Не, серьезно говорю. Там что, я не понял. Давай, родной мой. Так, слишком высоко не надо подпрыгивать, потому что здесь можно сфейлиться. Это приехал. Третьим. Какая там... Брежневская лужа или что там написали, вообще не пойму. Не увидел, ребят. Что-то от себя тяну какую-то лепят. Вниз, я вниз, ребят. Ага, у меня так лично получилось. Ой, не-не-не-не-не-не. О, вот это был, друзья мои, косячок. Есть. Блин, я там, конечно, врезался. Думал, что все, сфейлились. Но благо. Благо все хорошо получилось. Благо вытянули мы эту битву. Так, он опять за свое, да? Так, ребят, тут только в низинке. Тут только в низинке. Слушай, ну я, по-моему, здесь первым, да? Все. Все гонки откатали на ура. Так, открываем. Так, колесный ускоритель. Ускоритель приземления плюс магнит. Оу, трасса Била. Ну-ка, дай-ка я гляну, что у тебя. У тебя можно, блин. Но денег не хватает. А так можно прокачать. Что мы там делали? Мы ставили колеса. Подожди. Вот это вот. А, ну и без защиты я никуда. Поехали. Попробуем. Мы, по-моему, в тот раз, когда колеса прокачали, не тестили. Или тестили? Тестили. Смотри, смотри, чувак хочет, ребят, полететь. Блин. Давай ты, ёк-макарёк, с идеальным приземлением было бы вообще шикарно. А нафиг он взял... А зачем он взял тогда вот эти вот штуки, если он даже ими не воспользовался? Я что-то не врубился. Вот в этот прикол я не врубился.
Он взял с собой вот эти летунчики, которыми даже не воспользовался. Ох, близко было, ребята, близко было к смертушке. Чё он там? Эх, я не догнал. Но опять же, потому что ребята видели, там меня немножко перевернуло. Я думал, что я вообще упаду, разобьюсь. Ну, кое-как на колеса все-таки встал. Чё он не летит-то на своей ерунде? Ух, вот сейчас было шикарно, согласись. Пролет аж такой, не кислый. Совсем не кислый. Я бы даже сказал сладенький. Сладенький пролет. Все, первое место. Шикарно. Так. Что там у нас такое? Рэй в сети, всем привет. А как вы видите, что я в сети? Ё-моё. Я и забыл поздороваться-то, ёк-макарёк. Так, ладно, друзья мои, давайте откроем этот сундук. Крылья, ускоритель, фляг. Зеленый кубок, ну, зеленый кубок. Может быть, нам попробовать вот на этой проехаться, а, друзья мои? Аккуратно. Ох, ядрен-матрен. Ой, сейчас... Я думал, сейчас разобьюсь, нет? Благо, все норм. Ну что там, ёк-макарёк? Сейчас перед финишем бы размазался бы, ёк-макарёк. Начал тут дурачка опять делать. Тихонько ты, родной. Не, байк это, конечно, хорошо, но... Блин, я боюсь его. Я боюсь этот байк. Ой-о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 й. Ауч, ауч, ауч. Фью. Спросквозило, ёк-макарёк. Просто просквозило. Просто просквозило. Ой. Давай, 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 давай. Идеально приземлись. Отлично. А что у меня вообще стоит, ну, на этом байке? Какие плюхи? Оу! Твою-то налево, а? Забираем. Забираем, забираем. Так, и здесь. О! Фига себе, задание даже у стартовый ускоритель. Так, в ожидании нового задания. Маневр. 500 метров в гора приключений. Сделай на суперкаре 5 поворотов. Нет, ребят. В воздухе зима приключения. Так, у нас развлекухи. У нас, ребята, сейчас будут развлекухи. Ну что, развлекухи мы будем проходить с тобой. Вот. На этом. На раллийном авто. Фига себе, а, ракета, все, я понял. Я думаю, что это там бустануло-то так. Это ракета. С идеальным приземлением, что ли, по ходу дела, да? Ну, похоже, да, ребят. Сейчас мы посмотрим, как он будет внутри кататься. Очень хочется мне посмотреть, как он тут будет внутри рассекать. Оу, ну понятно тут. Вертуха, я что-то даже не заметил. Смотри, смотри, смотри. Специально чувак снизил скорость. Хотел, думал, на халявку прокатить всех. Но он перелетел. То самое место, где надо было останавливаться. Пролетел и... профукал свое счастье. Не зазорно. Ой-ой-ой, сейчас мы... Опа! Как мы? Как Дэнди лондонский одет, да? По шоколадику все сделали.
по кучерявому шоколадику. Так, у него там еще, ребята, ускоритель какой-то стоит. Я слышал там турбонадув. Хм, папа первый. Сундук. Так, управление воздухе, колесный ускоритель. Ну, а у нас фабричный кубок. А что, если я фабричный кубок прокачусь? А на чем фабричный кубок прокатиться можно? Нет, 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 не на этом. Блин, и не на этом, наверное. Ну, фабричный кубок... Ладно. На раллийном авто. Я не знаю, ребята. По-моему, лучше всего его проходить именно на раллийном авто, потому что... баги... Баги — это не то. Ну, возможно, еще вот на супердизеле. Возможно, ребят. Давай, 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 давай. Смотри, как мы первую трассу с тобой прогнали просто шементом. Понимаешь, за доли сек. Просто как два пальчика. А этот на попрыгульках, он, видимо, хочет разогнаться. Видимо, хочет разогнаться и сделать свои дрищевские прыжки. Но что-то у него там не получается. Может быть, трасса не для этого заточена, так скажем, да? Не знаю, короче. Но у меня все четенько. Все как в аптечке. Первое место. Повернуть рычаг называется трасса. Сейчас я им там все рычаги попереворачиваю. Ауч. Но, по крайней мере, не разбился, в отличие от того дурика, который там распластался по полной программе. Ты же заметил, что там дурачок распластался? А я заехал. Как? О, видал, какой профессор кислых щей там танцует. Так, что там у нас? Так, Рэй, ты снимаешь? Рэй, привет, Рэй, видос снимаешь? Привет, Рэй, как дела, Рэй? Дела? Потихоньку. Видос снимаю. Так, ну что у нас? Блин, не гонки мне надо. Откроем сундук. Крылья, амортизаторы прыжков. А тут защитные арматуры. Это. Блин, может быть, купить в магазине мне какой-нибудь сундук? А? Монетный ускоритель. Ну, это я не хочу брать. Автобус эпический, редкий. Ну, я могу только... Что я могу? Ну, вот это себе могу позволить. Крылья, амортизатор прыжков и усиленная турбо. Вот и все. Рэй, привет. ККМ топ. Назвал ККМ. ККМ топ. Болотистый кубок. Болотистый кубок. Слушай, ну болотистый кубок мы... Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас бы поехал бы. Давай вот так вот сделаем. Магнит на прокачку. Круто же, наверное, будет. Поехали, попробуем. Ох, давно я на супердизеле. Давно я, друзья мои, на супер... Блин, дизеле не катался. Вниз, конечно же, вниз. Так, не вздумай врезаться мне... Потолок какой-нибудь, а то я знаю. То есть мы... Ага, ну я все-таки, ребята, обогнал. Обогнал этого пещеристого чувака. Трущобного. Который у нас... Вивит его звать. Оу, ноу, 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 ноу. Да твою ж дивизию, ну что это? Ой, как плохо. Ой, как плохо. Тобиасу проиграл. Да просто не знаю, что случилось с тебя-то. Он никак не хотел. Никак не хотел ехать. Моя машина никак не хотела ехать. Давай еще тут, еще обоим тут проиграем, блин. Ну фигли, раз уж поднялись.
Тут, кстати, очень хорошо был. Вот сейчас был хорошо сделан прыжок. Да он только из-за крыльев, ребята. Тут выиграл. Только из-за крыльев. Были бы у меня крылья, ну, вряд ли бы я, конечно, тут выиграл бы. На крыльях. Но, тем не менее. Так, ну что? Где у нас там? А что мы с тобой прокачиваем? Мы прокачивать... Недопрокачали это. Мы будем прокачивать его обязательно, ребят. Обязательно будем его прокачивать. Так, поехал я, короче, по тоннелям. На нашей... Ролики. Сфига ли ты? И тут, видишь, еще, ребята, мне... Нифига. Да какого лешего ты там скорости теряешь, дурик? Он просто взял и скорость потерял, ребят. Такой нормальный буст был, и взял, просто сбросил скоростуху. И проиграли вот оно и параши. И я вниз. По-моему, этот чувак читер какой-то, блин. Че он там знает, где притормозить надо. Нормально мы так с собой, да? Хе-хе. Ладно, третьим. Сколько у меня очков? 3 очка. У того 5, у того 3. Надо первое место занимать, чтобы хотя бы в тройку лидеров, ребят, зайти. Все, по-моему, да, чувак довыделывался. Ну едь ты, твою налево, что ты там делаешь-то? Тупит, блин, пипец, блин. Давай, 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 родной, жми. Есть. Так, 6 очков, да, первое место. Урвали, урвали все-таки мы с тобой первое местечко. Так, пещеры ледяного огня. Блин, тоже, как вспомнишь эти пещеры ледяного огня. Сейчас, если не подкинет, если бы я еще старт бы нормальный бы взял бы. Вот что ты не бустишь мне в воздухе? Вот что ты вот мне не бустишь, блин? Вот, бустанул, бустанул, ребята. Но... Не знаю, сейчас посмотрим. Есть. Витриночка меня закинула. Фига там. Хлопчик, ты не опухли, а? Лететь-то так далеко. Мура какой-то 45. Давай, 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 родной. Шпарим, шпарим, шпарим. Видишь, там внизу Мура опять этот. Хлыщ недобитый откуда-то взялся. Тут у нас одна гонка, поэтому, ребят, первое место будет за мной. Я обязан взять здесь первое место. А не какие-то Мура или еще подобных им. Да. По красоте. Весельчак. Так, надо открывать сундуки, ребят. Крылья, стартовый ускоритель. Крылья, опять ускоритель дым. И тяжеловоз, ускоритель фляг. Когда видос, Рэй? Так, Рэй, привет, когда привет. Рэй, на тебя подписан? Я тоже подписан. Понял. В Хакер 2 обнова. Сегодня, либо завтра. Откуда знаешь? Откуда знаешь про обнову, братуха? Так, что там у нас за гонка? Кубок претендентов? Но я поеду, наверное, все-таки на раллийном авто. Кубок претендентов — это 3 гонки. Бубак, шоу-пок. Шоу-пок-полупок. Ну, я тут всех вздрючил. По красоте. Мне нравится, как он... Если он разогнался, то это, конечно, жесть. Особенно, если никаких, ребята, нету преград. Он просто шпарит, как умалишенный. И это мне нравится. Он даже обгоняет этих суперкары. Но
Тот-то говнюк тоже, ребят, не отставал. Просто сзади едет хлыщ. Погнали. Блин, тут главное, хорошо, что не упали. А ведь могли бы. Прям просквозиться в эту дырочку и все. Блин, нифига мы тут. Нормально. Гонка такая. Просто шеметом. Так, зима на носу, ты понимаешь? У нас зима на носу. Что на носу? Бородавка. Но-но. Масленица. Помнишь этот мультик? Да, раньше были мультики. Тьфу! Ну давай хоть перелети. Перелетел. Кубики всякие тут едут у нас. А того вообще не догнать. А как он так, ребята, улетел? Фиг знает где. Нет, вон я его вижу, ребят. Ну вот это вот надо было врезаться, а? А тут что, одна гонка, что ли? Слушай, тут одна гонка, ребят. Вот сейчас мы как раз-то и посмотрим, кто тут лучший. Смотри-ка, как я тут отчесал их хвосты в гриву. Изи. А тот там обделался. Просто, ребята, обделался. По чернаку. Так, ну что, открываем. Так, крылья ускоритель. А здесь форсаж. На автобус, блин. Ну, Моррисон топ. Видео видел и смотрел. А что в обнове? Да, что в обнове, точно. Гонка. Я ненавижу воду. Давай здесь главное не обделаться, и все будет отчично. Отчично. Нифига ты, браток. О, получил свое. Да что с машиной? Что это? Ну, ах, как я въехал-то хорошо. А, прям красотуля. Красотуля, бабзинуля. Шляп индью, да? Упс. Вообще четко. Просто красавчик. Спиди-гонщик, ё-моё. Погнали далее. Давай-давай-давай-давай-давай. Начесывай, наяривай. Гитарка семиструнная. Чё? Слушай, прыщ. А не пошёл-ка ли ты в жопу? Было. Вот это было, ребята, роковая, блин, ошибка. Но я дотянул. А этого волосатого мы обогнали. Потому что он лашпен. Полный причем, ребят. Давай дальше ехать. Но обделался там чемергист. Ты видел, что он там сделал? Он перевернулся. Вот я боюсь, что я сейчас нет перед трубой. Ну тогда все, изи катка, изи топ. Найс, найс. Фью, гоблин вшивый. Продул мне. Так, ну что у нас там за 7 деталей? Форсажик. Ребят, в приключениях изменения. Так, ребят, смотрите-ка, мы получим с вами голову робота. Что за трасса, кстати, просмотрел? Кубок Хилл Климб. Ну, посмотрим. Так, с попрыгульками, да? Он начинает разгоняться, ребята. Начинает прыжки свои тут хандрические выставлять. Воу. Вот это я хорошо, вот это я четенько пролетел. Прям красавчик, как конфетка. Тих! Шемин там. Понимаешь? Скоро с ума сойду с этими играми.
Так, давай, 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 рычаг. Нормально, это там повторяет за мной. А что, всего две гонки было? Так, ну что там опять? Там вроде какие-то жетоны приключений добавят. Какие-то жетоны приключений. А нафига нам жетоны приключений? Я не понимаю, если у нас... Ох, почему спойлер выпадает куда угодно, только, блин, не на мою машину, а, друзья? Ну что за фигня, блин, я хочу, чтобы у меня выпал спойлер. Я, правда, не знаю, что он делает. А, кстати, ведь можно же посмотреть, что он делает, да? Ну, на автобусе, блин, спойлер, ну... Вот, вот, на автобусе он прям вот необходим, этот спойлер, блин. Он мне тут необходим, на моей супертачке. Иди ты в пень, нифига он там. А как он так, интересно, ребят, подрывчик такой сделал, а? Говнеца, что ли, принял чутка? Богдан любит какиш, да? Вот, ребята, смех смехом. А одно место мехом кверху. Вот так вот. Да выпендривался, да смеялся. Да. Смех без причины признак дурачины. Да я отвлекся просто на эти шутки-прибаутки и все, ребят. Крылатое чудовище там сзади едет, а? За счет крылышков-то своих он немножко, ребят, быстрее, но я все-таки первый. Ну что там опять? Так, там я еще смотрю. Я так понял, что больше за звезды включений новой... Больше новой карты не откроешь. Чего? За звезды в приключениях больше новой карты не откроешь. А за что ты их тогда откроешь? Или их вообще не будет? А они тогда смысл теряют сами заезды. Еще арену каньон добавят в приключения. Ну каньон уже есть. Мы же видели каньон. Такая дурацкая карта. Ну на любителя, ребят. Фига я тут раздухарился. Не кисло. Вообще не кисло. Фига я тут летаю. Тут, наверное, зря так было сделано. Ладно, фиг с ним. Поехали. Оу, щет. Давай тут аккуратненько. Тут аккуратненько и вот тут вот. А дальше можно газовать. Нет, газовать нельзя было дальше. Одна гонка опять же, что ли? Я хотел именно вот так сделать. Слушай, ну да. Олесечка какая-то там была. Олесечка. Красавица, наверное. Так. Да, это правда. Ну, правда, и хорошо. Когда сегодня реализатор, говоришь, будет? Ну, посмотрим. Если что, ребят, пишите мне, потому что у меня на автообновлении не стоит, мне приходится самому обновлять. Так что, если действительно будет обновление, пишите в комментах, чтобы я обновил игру. О! О, ты видал? Ты видал, что вытворяет? Ты видал, что вытворяет это чучело? Фига! А почему я не смог обогнать? Я не всосал, а? Я не про автобус говорю, я про этого говорю. Второй, который там ехал. Вот этого-то почему не... Чё-то я, честно говоря, не врублюсь. Все, горючка кончилась у пацана. Блин, опять я не туда засмотрелся. Твою налево. Нет, ты извини, но как он меня обогнал? На каком-то, блин, дебильном своем ускорителе? Так у меня тоже ускоритель есть. Я просто не могу, ребята, его догнать. Пипец, я еще и разбился. Третье место. Я просто не мог его обогнать. Изначально просто не мог обогнать. Ну, я в принципе, догадываюсь, почему. Тут дело все в прокачке.
Это там дурачок наяривает, тратит горючку, жжет. Причем я беру этот ускоритель, а у него не было ускорителя, я его не мог даже на ускорителе обогнать. На топливном. Как так, интересно? Сдулся парень, вот, жги, жги, жги на подъеме всю горючку свою. Чтоб тебе черти жрали, да? Так, ну а у нас все топ. Как ракета космическая полетел. Ну что, на последней трассе, если все будет четенько, то и поэтому будет четенько. Так, я вниз. Я вниз. Оп, теперь наверх. Он, по-моему, расклепался, ребят. И я так тупо бумс врезался. Но не разбился, слава богу. О, сельский кубок. Так, дай-ка я открою здесь. Воу, друзья мои, новая анимация водителя. Офигеть, выпало мне. Это надо будет, кстати, поставить, знаешь, когда я проигрываю. Так, с команда. Там заключены сундуки, дают жетоны, да-да-да-да-да. Так, что я хотел? Я хотел сделать... Тьфу ты, куда я полез-то? Да нет. Вид. Подожди, вид? Вид. Анимация. Так, подожди, а когда проигрываем? Вот это вот. Да ядрен матрен, блин. Прямо ж вымораживает. Короче, когда первое место, вот это вот у нас, да? Да. Когда проигрываем, вот это ставим. Тут я не знаю, какое. Сильная грусть, черт подери. Первое место вот, скорее всего, ребята. А это я не знаю, что такое. Может, кстати, казачка на первом месте. Нет, ладно, пускай будет так, победа. Ну что, погнали, что у нас там за трасса-то? А, сельский. Сельский выпендреж. Да, на байке-то, конечно, крутенько. Чё? Они все на байке, ребят. Ты видел, как я на носу, ребят, на капоте нашпариваю там, наяриваю, надрюкиваю. Мне понравилось. Ух. Огонь, а не машина. То на жопе, то на носу. Форсим, ё-моё. Нормально, ребят. Не, ну просто тут сразу три байка вылепили. Прикинь. Ауч, ауч, ауч. Е. Yeah. Давай, 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 давай. На задницу ты потом поелозишь. Сейчас давай вот так вот. Ну, первое место. Есть контакт. Все, ребят, шикарно. Так, ну что, дальше? Дальше, друзья мои. Ух, скоро 10 тысяч кубков. И новый костюм. Ну, не костюм, а шляпа, голова. Оу, шляпа, ковбой. Нормально, друзья мои, получили шляпу ковбоя. Сегодня, кстати, мы что-то много с тобой понаполучали всяких наград. Так, стоп, 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 стоп. Блин, засмотрелся на эту кучу барахла, блин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну как так-то? Ну, Рейчик, ну ёпарасоте, ну. А этот нифига я пролетел. Красавчик. Что у тебя... Нет. Не закончится у него горючка. Как ему хватило, а? Скажи-ка вот мне на милость. Как у этого хлыща... И все наяривает, наяривает.
Куда я лечу? Обставил. Мне кажется, у него горючки, ребят, не хватило. У него горючка действительно кончилась, блин. У дурика того, который на форсаже шпарил. Ну и нафиг вот этот прыжок. Фига, этот хлыщ даже, ребята, ни обо что не врезался. Да ё, просто эти фонтаны, блин, дебильные. Я тебе еду, блин, именно на фонтаны напарываюсь, ребят. Первый. Хюх, нормально все. Просто едешь, и фонтан тебе под ноги, блин, лезет. Новый костюм, да, ребят. Так, воскресный чемпион по брякушке. Воскресный чемпион, давай я попробую на этой штуке прокатиться. Получится, как думаешь, выиграть? А он на этом едет. Ну ты сам видишь, на чем он едет. Хотя бы встал на колеса. Ладно. Первую гонку он нас выиграл. Посмотрим, что дальше будет. Давай, 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 газуй. Так, здесь выиграли мы. Замечательно. Так, пока 1-1, ничья. Вот это вот опасно, вот в этих вот домиках. Я же говорил, опасно. Так, 1-2. В его пользу, конечно же. Лишь бы не было бы пещеры какой-нибудь, ребята. Так. Два-два. Два-два, ребята. А это говорит о том, что я выигрываю. Угу. И получает 3000 монет. 10 тысяч кубков у нас в кармане. Так, что у нас тут? Так, ага. Да-да-да. Да, это правда. Да-да-да. Все. Только да-да-да. Так, ну что у нас здесь? На танке. Ну давай попробуем прокатиться на танке. А, танк-то у меня не прокачанный. Танк не прокачанный просто-напросто, ребят. Так что здесь особо не разгазуешься. Ну да, не разогнаться как нужно. Такой попрыгунчик, как мячик, знаешь. Просто прыгает туда-сюда, как Ванька Встанька. О, ты заедешь хоть сюда-то? По-моему, не заедешь, да? Сейчас попробуем с разгончику. Заехал. Новый рекорд. Новый рекорд, точнее. Давай ты езжай, 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 езжай. Эть, поднялся, поднялся, красавчик. Так, она бы хотя бы второй сундучок поднять, было бы уже неплохо, ребят. Нет, накаркал. Как всегда, под руку, без попутал, ребят. Что там, ржавый риф? На байке? Я попробовать просто хотел, ребят. Попробовал. Даже там и то я дальше проехал. Ладно. Что у нас тут? Поехали. Такой трахталки. Так.
Старый дед ковбой. На байке каком-то задрипановском едет. Нормально. Профорсили. Чётенько. Так, а это у нас... Ну, тут, наверное, вот эту возьмем. Куда я там пролетел? Закончено. Так быстро. Ну давай ККМ-ку возьмем. Че, опять завод, что ли? Ага. New record. Ну и остается байк. Почему меня поставили с этим дедом-то соревноваться, не могу понять. С раном с этим. Непонятно, конечно, но ладно. Пока все у нас пучком. Ну, да ёк-макарёк. Ну давай ты, ёк-макарёк, едь. Приехали. Новый рекорд. Ну и чего? Давай еще разок. Меня опять 7, что ли, ставит? Меня опять с ним поставили, а? Так, старый дед, иди отсюда. Старый пердун. Я тебе не отдам свое место. Свое первое место законное. Но рекордик немножко по времени запоздал. Я лечу. Да, и здесь что-то тоже как-то по времени не айс. А здесь, по-моему, я тогда проиграл, да? А чё это так за... А чё закинул эту тачку, эй? Наверное, из-за того, что у меня крылья. А вот здесь уже рекордик получше, как ты видишь. Ну чё, байк? Ну я опять же его тут вряд ли смогу, ребята, обогнать. На этом байке. Нет, возможно, если бы мы, например, на байке что-то поставили бы. Ну, не вот этот вот монетный дебильный ускоритель, который как бы мне и нафиг здесь не нужен. А, например, нитро или еще что-нибудь. Мне кажется, тогда был бы толк от этого. А так, чё? Ну, главное, доехать. Ну, доехать-то мы доедем. Куда мы денемся? Доехать-то мы доедем. Вот и все. Ну тут время у нас получше оказалось. Ну все, друзья мои. На сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.